Стоп! Где у нас рейки? Продолжаем. Равные возможности. Бал красному. Активность синему. 103. Весовая категория до 50 килограммов. Считать удержание красному. Судья Лукашенко, подойдите к судейскому ковру. Красный пояс, судейскому столу номер 2. Синим поясом. Так. Активность красному за начало удержания. После них готовится весовая категория. До 60 килограммов девушки. Канаева Мария, Ямало-Ненецкий автономный округ. Емельянова Ольга, Калининградская область. Начинаем поединок. Спортсмен Рыбаков Алексей готов на следующий. Первая техническая. Кал синего. Рыбаков Алексей. Неэффективные действия. Судьи, бросковую технику оцените. Неэффективно. Бал красному. Стоп, отставить. Неэффективно. Равные возможности. Стоп. Замечание бойцу с синим поясом за нарушение техники нанесения удара. Замечание за нарушение правил. Судьи, подойдите. Судья Лукашенок. Бал красного ударного в туловище. Судья Аветисян, подойдите, пожалуйста, к ковруну. Судья Аветисян. Запрещенная техника нанесения удара. Один балл. Судья, оцените последние технические действия. Один балл бойцу с красным поясом. Продолжаем. Стоп, стоп, оставить перед. Представляем спортсменов. Спортсмен красный поясом. Костыкин Иван, Васильевская область. Второй разряд. Спортсмен с синим поясом. Поверенков Денис, Московская область. Второй, первый юношеский разряд. Удар в защиту. Время. Бал красному. Остановите, остановите. Замечание спортсмену с синим поясом. Нарушение правил. Неэффективно. Бал красный, первая техническая. Равные возможности. Предыдущий технический диск неудачной техники. Бал красный, бал бойцу с синим поясом. Последнее. Неэффективно. Бал синему, я иду бал синему. Равные возможности. Бал красному. Бал красному. Бал синему, я был объявлен. Бал синему. Ударная техника, предыдущий эпизод. Неэффективно. Замечание бойцу с красным поясом за нарушение. Дар в защиту. Остановить, остановить поединок. Стоп. Последние технические действия, замечание бойцу с синим поясом, выход за пределы ковра. В этом поединке счет 6-8, победу по баллам одерживает боец с синим поясом. И занимает третье место. Бал красному, бал синему.
Продолжай. Раз, два. Еще. Вот, бал, бал был. Равный возможность. Бал синий. Типов, типов. Хорошо, бал синий. Равный возможность. Типов. Вот так, молодец. Бал с растом. Бал синий. Бал синий. Руку держи, руку держи. Держи руку, не давай, Денис. Давай. Вот, молодец. Типов встречай, сейчас будет не терять тебя. Бал синего. Бал красный. Бал красный. Представляем бойцов. Боец с красным поясом. Курбанов Гаджи, Янао. Боец с синим поясом. Лишек Виктор, Московская область. Активность синим за бросок. Бал красный. Бал синий. Бал красный. Бал синий. Бал красный. Бал синего. Бал синего, первое техническое действие. Предупреждение спортсмену синим бойцам нарушение правил этапа состава. Бал синему, бал красному. Замечание бойцу синим бойцам носит за пределы ковра. Бал синему. Неэффективно. Время боя. Включайся. Судьи, последние технические действия. Защита. Без оценки. Судьи, пойдем на середину. Бал синему, бал красному. Бал красный. В этом бою победу по баллам одержал боец с красным поясом Снепухина Полина Калининградской области. И стал победителем. Смена бригады судей. Считать удушение. Еще! Бал синий, бал красный. Бал синий. Активность красная. Рейтери полетаем по кругу кавалер. Время остановить поединок. Сняли шлемы. Счет 9-6. Победу данной встречи одержал спортсмен. С красным поясом на третье место на наших соревнованиях. Замечание бойцу с красным поясом.